Разрисованные стены, дыры и трещины. Обычно именно в таких тренировочных залах и рождаются чемпионы. Те, кто становится на самую вершину пьедестала почета. Те, о ком сегодня пойдет речь, два человека, которые очень сильно отличаются вообще в данной обстановке. Это Асият и Вазипат Байсултановы. Данный тренировочный зал базируется на территории образовательной школы номер 4 уже на протяжении 32 лет. Надыр Нурудинов воспитывает огромную плеяду титулованных спортсменов. Есть чемпионы России, Европы и мира. Этот зал у нас функционирует здесь, если взять начало с 1984 года. Вот. Ну, самые большие регалии здесь у нас. Чемпион мира у нас вышел Эльдар Шейхов. Серебряный, также он призер мира, также Эльдар Шейхов. Обладатели Кубка мира вышли у нас, призеры Кубка мира вышли. Чемпионы России вышли, победители первенства России. Dancing in the street, sipping champagne on the beach. Massage that sub while she eats, 'cause she's so fancy, 'cause she's so fancy. У нас вообще в кикбоксинге у нас 7 разделов. Вот. Есть full контакт, light контакт, K1, full контакт с лоу-киком, semi-контакт, сольные композиции и кик-лайт. Вот. И по всем этим разделам, кому что ближе, тот это он и выбирает. Вот. Здесь есть элементы тайского бокса, есть элементы ушу-санда. Ну, здесь кикбоксинг чем хорош, например, ну, каждый ребенок может найти для себя то, что для него ближе, то, что у него лучше получается. В этом плане вот кикбоксинг он хорош. А в зал мы обычно берем с первого класса. Вот, в основном они вот у нас тренируются до окончания школы. Большая часть, к сожалению, у нас в связи с выездом на учебу покидают республику. Вот. Потом представляем мы спортивно-детско-юношескую школу Мавлета Батырова, которая в свое время провела очень большую работу и собрала с улиц всех ребят, которые занимались единоборствами, которые были предоставлены сами себе. Вот. И сегодня это позволяет как-то более организованно, более собрано проводить тренировочные процессы. Здесь в зале вы видите, например, что условия, может быть, не такого европейского качества, но мы придерживаемся такого принципа: кто хочет заниматься, тот ищет причину заниматься, а кто не хочет тренироваться, он ищет причину, чтобы не тренироваться. Я по ветеранам выигрывал 4 раза Кубок мира. И в разделе К1, да. И выигрывал Россию. Вот. Я мастер спорта СССР. Ну, еще... Нет, у нас тогда был армейский рукопашный бой, тогда у нас развивалось у нас карате. Тогда в советское время... Нет, в советское время у нас был раздел карате, раздел Шотокан.
А в армии тогда культивировался у нас, ну, так называемое боевое самбо, вот армейский рукопашный бой. И вот когда в армии служили, 79-81 года, вот тогда где-то что-то мы пытались сделать. Сейчас пытаемся детям все это передавать. Раньше все это было запрещено. Сейчас, к нашей радости, есть такая возможность. Мы знаем, что Хасавюрт – это кузница чемпионов. У нас очень много примеров можем брать с наших вольников. Можем детям сказать: идите в спорт, прекращайте охранять эти улицы, занимайтесь, делайте намаз, занимайтесь учебой, тренируйтесь, и жизнь покажется вам более прекрасной. Старт у нас сейчас будет с 5-6 числа у нас чемпионат Дагестана уже по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт» с лоу-киком. Это будет в Махачкале. Потом взвешивание 6 февраля в Махачкале, да. В этих же числах у нас проходит тоже раздел кикбоксинга в разделе «Фулл контакт» в городе Кизляр. Вот. Это все отборы на СКФО. Каждый, кто занимается в зале, готовится к определенным стартам. На кого стоит обратить внимание, как отмечает наставник юных спортсменов, это Вазипат и Асият Байсултановы. Накануне одна завоевала серебро, другая золото чемпионата Дагестана по кикбоксингу. Я уже хожу почти месяц, и этот вид спорта мне очень нравится, потому что здесь мы отрабатываем не только удары руками, ногами, но это еще и отличная идея постоять за себя, научиться самообороне. И также спорт – это очень важно и для здоровья человека тоже. Not tipping the scales, I just won't play, letting my life get away. Турнир этого чемпионата Дагестана, он проходил в Махачкале, во дворце спорта, ну, возле автодора. И это был мой самый первый бой, конечно же, я очень сильно волновалась. И перед выходом в ринг волновалась, у меня была сильная соперница, тоже с ней познакомилась, зовут Айшат. И, ну, бой проходил среди юниоров и юниорок 98-х и 2001-х годов рождения. И я как бы, так как это был мой самый первый бой, ну, я его как бы проиграла, и я стала второй. Но я стала серебряным призером чемпионата Дагестана, а сестра чемпионкой. Ну, было тяжело, конечно, но эмоции перед выходом в ринг, это все, это было просто замечательно. Я бы хотела, чтобы каждая девушка занималась спортом, не только, ну, имеется в виду, чтобы
достижения были какие-либо, а для здоровья и для себя. Сильно отличаются манерой ударов, стойкой и набором тренировочного опыта. Они одни из лучших, одни из немногих в нашей республике, кто популяризирует одновременно несколько видов спорта. Тайский бокс, дзюдо, тяжелую атлетику и К1. Конечно, женский спорт, говоря на лексиконе молодежи, у нас не в моде, и родители в основном против. У героев нашего сюжета обратная сторона медали. Отец присутствует на каждой тренировке. Он видит успех девочек, их желания, стремления и полностью их поддерживает. Регалии и титулы говорят сами за себя. Победы на республиканских турнирах. Одна из сестер даже является 6-кратной чемпионкой Дагестана. Здесь более 50 человек. Вы, наверное, обратили внимание, есть еще и девочки появились у нас здесь в зале. Это наши новички, будем говорить так. Ну, подают большие надежды. Эти девчонки, они стали чемпионами Дагестана. Я думаю, что у них большое будущее в спорте. И они себя проявляли где-то и в дзюдо тоже, и в тяжелой атлетике. Они были чемпионками СКФУ у нас по тяжелой атлетике. Но сегодня выбор их не пал на кикбоксе. Я думаю, что какой-то себе неправильный выбор. Является, значит, управление образования находится в СОШ номер 4. Мы его арендуем, этот зал. Вот. И на протяжении более 15 лет здесь проходят тренировки наших воспитанников под руководством тренера Надыра. Это кикбоксинг. За эти более 15 лет, как функционирует школа, значит, очень хорошие результаты у нас есть. Победители, чемпионы мира есть. Обладатели Кубка мира, бриллиантового Кубка мира есть. Вот. Не говоря уже о чемпионах России, СКФУ и Дагестана. За годы тренировок специализированной детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени Мавлита Батырова удалось воспитать сотни, а то и тысячи ребятишек, которые сегодня представляют Хасавюрт, нашу республику, на турнирах по всему миру.